Всем привет! Давно я не выезжал никуда за пределы Нижегородской области, тем более на поезде. Я нахожусь на нашем Нижегородском московском вокзале. Иду на поезд. Куда поеду, скоро увидите. Будет несколько видосов. Порадую вас и себя. Давно забытое чувство вокзальное, вот это вот, когда ты приходишь на вокзал, а тут до хрена народу. Я последний раз на вокзале был, но, видимо, не попадал на отправление поездов и прибытие. Народу особо много не было, а сейчас что-то вон много очень. Мой поезд уже объявили, что он во сколько приходит, во сколько уходит, но с какой платформы еще пока неизвестно. Кажется, объявили, с какой платформы поезд, потому что народ резко ломанулся. Забегали сразу. Пойду я побегаю тоже. Походу, здесь все эти люди на один поезд. Я думал, что на разные поезда сейчас разбегутся. Нет, ждали все одного поезда. Но время есть еще. Успеем. Потому что очередь. Очень интересно. Я раньше тоже так же делал. Ну, когда подъезжает, надо бежать за своим вагоном. Вот вся толпа столпилась, все хотят вперед попасть. Полагаю, что просто сильно устали и хотят приземлиться. Но вот как бы стоять в толкучке, ну не знаю. Сейчас это мне чуждо. Ну то есть я подожду, постою, пока все зайдут. Тихо рискую состав отправиться. Вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные. Платочки белые, платочки белые. Вышел. Сказали, тут будут пирожки, ни хера нет. В поезде почему-то нет вагона-ресторана. Возможно, буду голодать. Остаток дороги. Либо дошик у проводника покупать. Я и приземлился, припарковался. Питер, детка, первый раз тут. Первым делом Сережа пошел, что делать по приезду, правильно, жрать. Я думал, в поезде будет вагон-ресторан, но его там не было. Поэтому всю дорогу жил на пирожках, до дошика не добрался. Что делать в Питере вообще полностью без плана какого-то на два дня? Это на завтра и на послезавтра. И то там ненадолго. Буду импровизировать. Но первым делом надо подкрепиться. И заселение у меня только 2 часа. А время без 28. Еще вагон. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Ты подальку моего отца. Хотел я, значит, погулять по Питеру, позаписывать видео. А мне пишут, что прогулочных видео по Питеру 1 000 000 в Ютубе. А вот беговых экскурсий нету. Типа надо бегать. Ну вот, хрен знает. Бегать я тут планировал всего один раз. На самом забеге. Я первый раз, если что, в Питере. В центре как-то уютно, что ли. Пока вообще, честно говоря, иду, вот не знаю, что делать. Хорошо, куртка есть, потому что прохлада стала. Куртку одел, вроде тепло. Это я ее изначально не планировал. И взял уже вот перед выходом, закинул сумку. Иначе вообще задубел. Вообще масштаб Питера впечатляет. А вот это пространство свободное. Не знаю, как это описать, это чувство. Ну, очень большое пространство свободное. Оно не застроено особо, по крайней мере, высотными зданиями. И вот, например, за деревьями, ну вот не видать. Вот как будто бы пустырь. Ну вот низкое здание. Вон там тоже невысокое здание. И из-за него он выглядывает собор или храм, не знаю, что это.
И вот это вот чувство большого пространства, оно восхищает. Нет вот этой тесноты какой-то. Пойду греться. В общем, это, оказывается, Исаакиевский собор. Строили его, короче, очень долго, 40 лет, оказывается, это очень долго, ну и очень красиво получилось, на самом деле, прям восхищает, если честно, хотя я никогда не был ценителем вот подобной архитектуры и вообще архитектуры в целом, но выглядит он очень клево. Там, похоже, экскурсии проходят, потому что вон там, я не знаю, видно на камеру или нет, там вон сверху люди стоят. Насчет того, хочу я туда на экскурсию или нет, это вряд ли. Но посмотреть на него, полюбоваться видами, это да. Тут как ни шаг сделай, так сразу красота какая-то. Это просто мост, по идее. Река Майка вроде называется, и вот просто мост, и вот здесь вот такая красота. Выглядит это как садовый центр, где можно прийти, вот, пощупать и взять себе в сад деревце. Но нет, это вот такое вот место, обустроенное с лавочками, посидеть, покайфовать. Вот на этом пространство, уже, ощущение пространства уже заканчивается. Такая довольно узкая улица, но здесь одностороннее движение, но дома невысокие, поэтому все равно как-то ощущается по-другому все. Все равно уютно. И людей нету. Где люди? Ну, рабочий день. Время уже почти обеденное. В основном только туристы. А где все остальные? В офисе тусуются, работают. А в Питере работают вообще? Я думал, здесь все ночили. Зашел в столовую поесть. Вышел из нее, иду по обычной улице. Такой думаю, да как будто бы уже у себя дома. Ничего необычного. И вот вышел на подобную набережную. Думаю, нет, все-таки. Все-таки не у себя. Непривычно такое видеть. Но такие вот речушки с мостами посреди города. Неуютно себя чувствую с камерой, не знаю почему. Я когда бегу, почему-то камера органичнее смотрится в руке, ну, по ощущениям. Ну и кайфую с видов, конечно. До сих пор с видов кайфую. Знаки висят вон там, вон, можно задеть башкой. Для невысоких людей, видимо, город. Я. Все. А до светофора вон рукой дотянуться можно. Город лилипутиков. Простите. Будучи в Питере, еще и после того, как вышел сериал «Король и Шут». Давай к нам, будем делать панк-рок. Мы группа «Король и Шут», у нас концерт скоро. Не смог не посетить это место. Вообще здесь рок-магазин находится. Такой же, как по типу у нас в Нижнем был дивизион. Не знаю, есть ли он сейчас. Давно там не был. Ну вот решил пробежать мимо. Посмотреть вот на этот портрет. Культовая личность, как-никак. То есть с «Короля Шута» в целом у меня началась любовь к рок-музыке. Первая аудиокассета и понесла. Резкая. Ну так, крутой, крутой спуск.
Прикольно, а выглядит так, как будто можно зайти туда. Или это потопленная территория как будто? Нет, специально. Да. Просто один заход, вот ступенька, заходишь. Как в бассейн, хуяк? Да. Там, кстати, не глубоко. Мы купались, только не в этом, а в другом. Вот так. Сюда, иди. Беги! Мама, беги! Беги! Попался. Сейчас побегу и польется. Ну, давай третий раз. Ну, мокренько. Скажи, это же кайфово такое. Ну прикольно, но не факт, что я побегу сейчас. Блять, через это ты что издеваешься? Здесь, если я промокну, то весь. А я думал, ты что мне говоришь, футболку запасную взять? Возьми, говорит, свитер, куртку и футболку запасную. Я думаю, как у меня. Я говорю, можно промокнуть? Можно. Я думаю, как у меня футболка промокнет под курткой и кофтой. То есть надо брать все. Вот. Надо вести к резинке бежать, да? Если она будет падать, она тебя не заденет. Не, она иногда раньше выключается, вот так вот, раньше выключается и попадает. Вот, там скамейка есть, видишь, там никто не бежит. Побежишь? Ну, только разочек, потом обойду. Вот. А пока мальчик пойдет, это иди. Но он же моросит вниз все равно, поэтому попадает. Вот ему попалось здорово. И вот здесь висит. Давай, бегом, бегом! Он, видимо, детишек пугает больше, чем взрослый. Тоже вот такой фонтан. Он, по идее, должен выключаться. Выключаться. Ну и вот так вот бегать по воде. Но он сейчас, видимо, завис. И подача воды не прекращается. Но люди все равно забегают, развлекаются. Я побегал, помог. Пока хватит. Есть какое-то классическое понимание о том, как выглядит русский провинциальный город. И вот здесь, в Питере, вообще не ощущается, что это российский город какой-то. Настолько все разное, настолько все отличается. Ходишь и восхищаешься просто. Клево, клево. Я рад, что я радую своего внутреннего ребенка, и он прям кайфует. Секундочку, кстати, время сейчас 22:20, то есть ночь. На улице светло, как видите. Понятно, что это не день солнечный. Но и не темно, не ночь. А это значит, что завтра на забеге будет нормально все видно. И переживал. Но нет, будет нормально. Не темень будет. Блядь, ну красиво же. Ну, не знаю, что про Питер рассказывать. Ну, исторически я о нем ничего не знаю. В Википедию тоже не заходил. Я могу делиться только впечатлениями и включать камеру, и что-то снимать. Но на самом деле я уже устал. Убирать камеру через 10 секунд, даже меньше ее доставать, потому что каждый новый шаг
это каждое новое удивление для меня. Потому что все красиво. Что не здание, то красота. Что не улица, то красота. Что не поворот, то удивляешься тому, что да сколько можно этой красоты, она опять. Ну, вот этот чудесный мост. Смотрите. Я пойду пройду по нему. Я его вчера видел, но по нему не ходил. Я шел вчера вот с той стороны. Сегодня я иду с этой стороны. Сейчас мне надо перейти этот красивый мост. И я практически дома. Сегодня весь день на ногах, весь. Я вышел из дома в 9 утра, время 10:30 вечера, я только возвращаюсь туда.